И всем здарова, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзин и Топлекс. Мы играем в GTA 5 Online с обалденной рубрикой «Битва за контейнеры». Всем здорова! Привет, друзья! И сегодня, ребят, мы с пацанами откроем три партии различных контейнеров, внутри которых находятся абсолютно разные тачки, предназначенные для жестких испытаний. Например, сегодня вначале мы откроем 5 контейнеров, внутри которых предназначены тачки для испытания «Битва на выживание». Во вторых контейнерах находятся различные автомобили для испытания дрифт-гонка. Ну а в конце, ребят, в самых больших, самых огромных контейнерах находятся жесткие бигфуты, которые сегодня мы выбьем для испытания толкучка на воде. Посмотрим, у кого коллекция сегодня получится круче, у Топлекса, у Джела, либо у Флейзина. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра, желаю вам приятного аппетита, если вы кушаете. Ребят, поддержите лайкусиком сегодняшнюю обалденную рубрику по битве за контейнером, мне будет невероятно приятно. Ну а также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить завтрашний новый ролик. Ну а мы с пацанами погнали открывать эти жесткие контейнеры. Ребят, давайте уже начинать нашу рубрику. Как я вам и говорил, у нас контейнеры предназначены каждый для своего испытания. Например, сегодня в первых находятся абсолютно разные боевые тачки для испытания «Битва на выживание». Это там у нас тачки из арены вар. И, пацаны, я думаю, начнем по порядку. Сначала 5 контейнеров, потом 10 двухэтажных контейнеров, а в конце откроем 3 гигантских здоровых контейнера. Вы согласны? Самые жесткие. Все. И сегодня, ребят, спросим у Алисы, какой цвет она выберет и кого из нас она выберет самым первым, чтобы мы открывали контейнеры. Потому что знаете, что сделаем? Мы спросим у нее, чтобы она назвала любимый цвет. И если она назовет фиолетовый, желтый, либо синий и красный, то тогда кто-то из нас пойдет первый открывать контейнеры. Согласны? Да, все, смотрите, ребят, если будет фиолетовый, либо розовый, то это буду я, либо желтый, коричневый, это Паша. Все, Алиса, назови любимый цвет. Не-не-не, желтый. Фиолетовый. А у вас? Фиолетовый! Я самый первый! Ребят, слышали? Да, она сказала фиолетовый, все. Теперь Антон, либо Паша, ребят, давайте спросим, кто будет второй. Алиса, ну-ка давай, назови свой еще один любимый цвет, назови. Алиса, твой любимый цвет желтый. Синий. Ну-ка. Фиолетовый, синий, зеленый и фиолетовый. Че? Второй синий был, второй синий это Антон. А Паша желтый и коричневый она вообще не назвала, смотрите. Все, я первый, Антон второй и Паша самый последний. Ребят, сегодня начнем с контейнеров из арены вар. Так. Где находится самая боевая машина? Потому что далее мы будем сражаться за первое место, уничтожая друг друга. Мне кажется, вот здесь, Лёх, смотри, вот здесь. Просто на свою интуицию. Ну, в принципе, я могу у Алисы назвать, чтобы она числа от 1 до 5. Не надо. Но это я делать пока боюсь, если честно. Мне кажется, она может подвести меня. Там еще если классик какой-нибудь достанется, мне это жесть будет. Так, ладно, энники-бенники, ели вареники, энники-бенники, бам. Ну, в принципе, считалка мне посередине выбрала. Да я не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ладно, давайте рискну. Раз, два, три, четыре, пять. И посередине выберу. Ну-ка. Да! Вы посмотрите. Мы не выполним Ниссан. Ниссан из арены вар. Умиляемся? Тебя подвести? Да, конечно, буду я меняться еще с вами. Ребят, просто одна из самых крутых тачек, вы зацените. Просто. Это получается машина пила. Я на нее пилу поставлю еще спереди. Давай, Антон, ты второй, ты синий цвет она назвала. Так что давай, какой контейнер ты выберешь? Ну, смотри, на самом деле, мне кажется, что вы в этом контейнере что-то классненько, потому что он что-то... Каком? Первом? Вот, втором. А я не... А там что-то можно... Ну-ка, отойди в сторонку. Я сейчас через винтовку посмотрю, там что-то виднеется. Я не знаю, что-то красное там, вроде. Там что-то красное, это да. Это по-любому танк зеленый. Танк? Какой танк? Ты что, не надо, пожалуйста? Ладно, давай, открывай тогда. Подожди, я сейчас посмотрю, вот это может быть вот здесь. А, вот здесь еще может быть. Ну, либо четвертый, либо второй, но мне кажется, здесь какая-то разворюха по-любому, поэтому второй. Поэтому второй, да? Второй будешь открывать? Давай, а тут побежал, да, вот он. Ну-ка, я выбью тебе его. А что это? А что это такое? Нет. Что-то маленькое и неуправляемое. Ну почему? Просто сегодня будет машина-пила против Исти-классика. Че, он не заводится? Он ржавый еще. Охренеть. Рядом заржавел, походу. Антон, давай я выйду. Ну-ка, вылази. Блин, ребята, это просто получается... Ой, ты меня тут... Ай, ты меня, смотри, подпрыгнул я аж. Получается... А что у тебя сзади? Он еще ржавый весь, вы посмотрите, да, ребят. Да, я же говорю. Это еще девчачий, походу, тут аниме какой-то. Да сам девчачий, я знаю. Ну ладно, ладно, все, Паша открывает последний контейнер, у него всего осталось раз, два, три штуки. Три контейнера, да, блин. Давай, какой контейнер смотрите, выберешь? Так как Антон уже выбрал самую фиговую тачку, да, я думаю, я выберу...
нормальную тачку. Так, я вот думаю, так, ну-ка, первый может открыть, так, либо же последний. Давай последний. Первый, последний. Последний, ну ладно, хорошо, давай, давай, последний. Раз, два, три, бам! О, что это? Розовая тачка! Вы что себе, девчонки, что ли, будете? Зато какая, пацаны! Блин, ну у него реально доминатор, это muscle car. Ну, в принципе, у меня с Пашей, мне кажется, наравне коллекция. Вот он вообще. У меня самая классная тачка. У тебя самая классная, ты что? Да. Бред какой-то. Ладно, пацаны, погнали, посмотрим, что было. Вот в этом контейнере предпоследним тут была... Развалюха! Ржавая тачка какая-то. Это из Мэнбакса, мне кажется. И в первом контейнере была, мне кажется, мотоцикл, да? О, трак был! Блин, его можно в бигфутбол прокачать. Ладно, ребят, погнали ко вторым контейнерам. Я сегодня напоминаю, самый первый... Блин, я бы, знаешь что, я бы доверился и Алисе и спросил бы у нее число от 1 до 10. Да, я хочу. А давай. Вот она меня сегодня первым, самого первого выбрала меня, поэтому я ей доверяю полностью. Ну давай. Итак, Алиса, давай для меня выбери тачку. Блин, для дрифт-гонки, для дрифт-гонки. Ладно, Алиса, не подведи, пожалуйста, не подведи. Давай, давай. Так, все, назови число от 1 до 10. Давай 5. Алис, не-не-не-не, один будет, один, смотри. Ну-ка. Выпало число 10. 10! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Верхний, правый контейнер. Пацаны, давай. Я готов. Там находится, мне кажется, блин, хоть бы крутая тачка. Ладно, давай раз, посмотрим. Два, три, бамс, бамс. Нет! Дрифт-гонка на картинке, вы издеваетесь. Ребят, это что? Пацаны, это ж как так. Я жесть. Еще ни разу на картинге в дрифт-гонке не участвовал. Классная, ребят, тачка. Просто лайк за мою удачу. Алиса, блин, ты что подводишь меня? Охренеть. А может, у вас там тоже было сейчас какие-нибудь мопеды, квадроциклы, не знаю. Да. Так, проверим. В принципе, на картинге, по идее, если его прокачать, то он довольно круто будет дрифтить. Это давай, кто там второй? Антон, ты, да? Давай, Люха, смотри, так тебе не повезло, мне кажется, да. Алиса для меня сейчас выберет самую классную. Ты с помощью дачу, Алисы хочешь, тоже? Конечно, а что да. повторяешь за мной? Ладно, от 1 до 9 спросим. Алиса, назови для Томикса хреновую тачку от 1 до 9. Какое число 6? Мне нравится число 6, реально. Не, один будет. Выпало число 1. О, один! Нижний, ну, левый. Смотри, у меня нижний правый, а нижний левый. Я давай, угадал. Открывай, что там находится. Ну-ка. Что там? Я не вижу, что там. Тоже картинг! Ребят, что? Алиса, походу, любитель картингов сегодня. Это жесть! Это жесть, реально. Просто у тебя картинг, у меня картинг. Давай, Паша, выбирай контейнер. Я не буду повторять ваших ошибок. Да, у Алисы лучше не спрашивай число тебе на картинг. Я выбор лучше. Давай, давай, давай. Так, ну вообще, мне кажется, то, что у Лехи лучший картинг получился, да, для дрифт-гонки. Значит, я буду выбирать с верхних контейнеров. Так, верхний, давай, любой выбирай. Ну-ка, сидел старик на лавочке, считал свои булавочки. Раз, два, три, выходи, булавка, ты. Какой, так, первый? Ну, второй. Второй думаю, сверху. Наверное. Ребят, да. Что, расстреливаем его? Давай с пулемета, с автомата. Или, раз, или первый, два, может... или первый. Какой, а, выбирай. Второй. Да-да-да-да-да. Это не картинг. Ты чё? Ой, это неплохо. Это жесть. Я думал, там будет картинг. Надо было у Алисы спрашивать. Блин, ребят, Audi RS6 ему выпало против картингов. Ладно, давайте посмотрим, что было в нижних контейнерах. О, там лягушка какая-то была, а тут была что? Что о, это такое? Русская тачка! Охренеть! Ой, блин! Ламборгини! Надо тут, ребят, Субару! А тут что было? Охренеть! Самые крутые тачки остались! Алиса, предатель просто! А тут что? Какая-то тоже машина лягушка. Ребят, вы понимаете, что нам с Антоном Алиса два картинга выбрала из всех контейнеров? Это жесть! Алиса, предатель, импостер! Не повезло! Все, ладно, погнали к нам, к нашим последним, самым гигантским контейнерам. И, пацаны, так, у Алисы я точно не буду число спрашивать, я она меня предала. Тоже. Так, на свою интуицию, где находится самый жесткий, самый крутой бигфут для толкучки? Блин. Мне кажется, в первом. Где? В первом посередине? Первым или посередине? А что не в третьем? Может быть, в третьем? Не-не-не, это развалюха, наверное. Тут нигде ничего не торчит, они заглушены, ничего не слышно. Блин, я даже не знаю, если честно. Так, какой выбрать? Но подумай. Я, кажется, знаю. Я сегодня самый первый, поэтому я буду выбирать первый контейнер. Да, все, вот так сделаю. А давай. Давай. Итак, бамс. О, развалюха. Развалился. Почему? Ну-ка. Охрененный! Вы посмотрите! Это огненный бигфут монстр! Дьявол написано! Ребят, просто заценить! А как сесть в него? Я не могу! А как сесть на него? Погоди, стоп! Надо сзади! Ай-яй-яй! Надо раздавить меня сейчас! Ой-ой-ой, все, сел! Короче,
Ё-моё! Нифига! Страшный! Нифига, вы посмотрите, что у меня на крыше. Ну так страшно не говорю. Охренеть, я даже не видел. Ну, ребят, получается, вот такая сегодня у меня коллекция. Маленький картинг, потом Nissan X-Ray Noir и жесткий. Вот такой Diablo получается, этот Bigfoot у меня. Диабло! Погнали, посмотрим. Два контейнера ваших еще. Так, Антон второй. Антон левый, Антон либо второй. Правый. Какой ну, ты берешь? Ну, смотри, Леха, ты выбирал по тактике. Да. Ты сегодня первый. Тебе повезло, выпал огромный классный Bigfoot. Да, да, да. Поэтому я второй и открою контейнер по номеру два. Двойку! Давай двойку. Бам, ну-ка, бам, эй, бам. Валюха! Ёкалабаны, это что за черепаха зеленая? Охренеть! Давай, Антон, выезжай. Это призрак Бигфут, вы чё, пацаны? Ну, реально, это Бигфут призрак, у меня там коробочка сзади какая-то. Подожди, а чё у Паши осталось? Получается, ему остается один контейнер, и это... А у меня даже выбора нету! Это что? Синяя какая-то лягуха тоже. Огонь! А, выпусти меня! У вас одинаковые Бигфуты, только у них раскраски, мне кажется, разные, смотрите. Реально, похоже, это не да. О, это жесть. У меня самый крутой Бигфут красного цвета, желтым огненным. О, просто пушка-гонка. Жесткий. Ну, ребят, предлагаю вам проголосовать в комментариях, у кого сегодня коллекция получилась круче, потому что я лично думаю, что вот она самая худшая коллекция. Самая лучшая. Самая худшая. У меня такая середнячок, а у Паши, блин, у Паши три тачки. Вот у него такой... я не знаю, я даже, я бы голос Плейзину отдал, да, ребят? Напишите в комментариях, кому бы вы отдали свой голос. Ну, а мы тогда тюнингуем тачки и переходим к первому нашему испытанию. Ну что ж, ребят, мы с пацанами приехали на свое первое испытание. Это будет толкучка на воде. И сразу мы взяли самые жесткие тачки. Это, конечно, наши Бигфуты. Проверим за три раунда, кто кого скинет в воду и кто получит больше баллов. Ну, пацаны, у меня просто какой-то монстр, красный монстр. Красный высок. Это змея, смотрите, реально у него язык, как у змеи. Ребят, давайте так, сделаем сегодня битву за сердечки в комментариях. Кто придумает самое оригинальное, самое крутое название для этого Бигфута? Какой-то мистер Твистер, я не знаю. Просто реально придумайте огнедышащий. О, огнедышащий змей. Я придумал, ребят. Вы тоже придумайте в комментариях название. Я поставлю вам сердечки. Кто самое крутое название для этого Бигфута придумает двухглазого? Ладно, раз, два, три. У нас толкучка. Погнали! Чисто на Бигфута. У всех равные условия, они плюс-минус одинаковые. На нафиг! Давай! Антон вообще какой-то лягушка-мобиль взял. Не попадешь, не попадешь. У меня сейчас самый жесткий. Вы чокнутые, отстаньте от меня. Меня нельзя скидывать. Правильно, правильно, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Антон, я тебя спас, скажи спасибо. Давай, просто. Не-не-не-не. Уйди нахрен. Я еле уехал. Давай, давай, давай. Чей Бигфут сильнее, чей Бигфут сильнее. О, у кого-то слабенький, походу. Давай! Антон! Ребят, ну все, тогда теперь точно нужно придумать название для моего Бигфута. Это какой-то армрестлинг. Я не знаю. Короче, напомню, пишите реально в комментариях. Но мы переходим ко второму нашему раунду. Ну и все, ребят, пацаны восстановили тачки. Раз, два, три, погнали! Давай, 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 давай. А че вы два против меня? Какой объединимся? На нафиг двоих вынесу! Раскидал в разные стороны. Кстати, вы как братья, вы одинаковые почти. Ой, один синий, другой зеленый только. Давай, давай, кто кого. Давай! Дрифтим и скидываем! Вы что делаете? Объединились! Объединились! Это нечестно! Я упал! Я Антон тоже упал! У Плейзина плюс один балл, у меня тоже есть один балл, пока счет 1-1-0. Переходим к последнему решающему раунду. Я уже, ребят, на корабле, и я точно вам отомщу, пацаны. Ладно, раз, два, три. Антон, что ты подкрадываешься там сзади? Я тебя видел, на нафиг. Вот, это древний Бигфут. Предатели. Дай постер, точно, давай скидывай его. У нас двоих выкинул. Так, на нафиг. Ликвидируем его. Давай, опять мы с тобой один, один-один. Давай, давай, давай. Кто? Ой, самолет, держи меня. Давай. О, правильно, ракеты, ракеты. Давай, давай, ракеты. Ни хрена себе. Ты как это сделал, Антон? На тебя. Полетел, купаться. Просто выкинул. Ребят, получается, у меня уже второй балл в кармане. И погнали менять тачки и переходить к следующему испытанию. Ну а вот теперь, ребят, мы пересели на свои дрифт-тачки, а точнее, это у нас на этом картинге, а у Паши читерская машина. Это машина. Да-да-да. Проверим, кто будет быстрее, картинги либо тачки, потому что у нас ровно два круга по этой дрифт-площадке, по той ледяному кольцу. Ну что, пацаны, вы готовы? Вы готовы? Готовы. Все. Раз, два, и три, погнали!
давай, давай, давай. Толкай, 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 толкай. Сейчас наш Паша толкать будет. Давай. Антон, все быстрее. О, мой карты быстрее. Пакетом, пакетом. Давай, давай. Ребят, просто. А ты что такой медленный? Я не могу вас догнать. О, понятно. Ой-ой-ой. А вот тут на повороте очень опасно на самом деле. Антон. Ты меня все обвинил. Охренеть! Да что вы толкаетесь? Дайте мне проехать, блин. О, зато у нас преимущество на шинах будет, Антон, смотри. Мы сможем их объехать. А Паша широкий, он не сможет объехать, смотри. О, так, идеально, идеально. Пока, Фейзер. Просто всех обогнал. Давай, ай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Главное не дрифтить, а то их заносит жестко. Давай быстрее. Не толкай ты вообще. Ты что туалетную бумагу повесил? Охренеть. Так, давай, давай, давай. Ровно второй круг, еще один круг остался. Нет, Антон, я тебе сейчас... Удачи, Лёка. Сюда, я тебя буду мстить. Пока, Топлекс. Ребят, Антон ликвидировался, давай. О, перевернулся еще. Нет, ай, ой-ой-ой. Нет, 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 блин. Отстаньте. Нет, я никуда не врелся, давай, давай, давай. Антон, нет, 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 Антон. Я еще даже не долетел, блин. Охреневший. Все, быстрее, быстрее, быстрее. Ребят, напомню, по баллам пока что 2 балла. У меня 1 балл у Паши и 0 баллов у Топлекса. Оп. Нет! Ой! Куда ты тут встал, зеленый грец, блин? Пацаны, я первый! Какой ты первый? Где? Да ладно! У да ладно, серьезно? Вообще на изи. Окей, ладно, Антон занимает первое место, я второе, а Паша третье. Получается, у Антона есть свой первый балл. Ну и, ребят, пока что счет 2-1-1, погнали к последнему и уже решающему испытанию. Ну а вот теперь, ребят, мы прокачали свои последние боевые тачки. Посмотрите на мой Nissan. Просто пила спереди, пила по бокам и пила даже сзади есть, пацаны. Вам в битве на выживание просто хана будет по полной. Вы готовы там участвовать? Да, да. Раз, два, три, погнали. Напоминаю, ребят, кто кого взорвет, тот получит 1 балл. И проверим, кого вынесу я. О, просто. Никого. Давай, ты давай, маленькая козявка. Ни хрена себе. Вот так, как это ядерная бочка. Иди сюда, Топлекс. Так, стоп. О, там Паша присел. Погоди, хотя тебе надо первого выносить. Антон, да я легко это вынесу. Это тебе пятого выносить. Давай, охренели, что? Че вы меня пинаете только? Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, давай. Это что, придурок? Давай против Паши. Против Паши сражать. Он самый бронированный. Нет, какое? О, погоди, я же могу. Я, стой. Ой, кто-то выпал из тачки. Подожди. Я пока могу пилить пилой тебя, пилить пилой. Взрывай его пока. Да конечно, его я успею взорвать, надо тебя распилить. Ребят, быстрее, уничтожаем козявку. Да вы надоели. Так, желтый, здорово. Желтого пилить буду тоже. Блин, ну пила это самая читерская тактика. Давай, пилой, пилой, пилой. Пилю пилой. Подъезжай, Антон, к звуку, у меня звуку тоже пила есть. Ты куда улетел? Смотри, он на космос отправили. Ой. Минус один. Да все, охренеть, я самый бронированный получается. Причем это я не пулеметом, я пилой тебя распилил, Антон. Офигеть. Блин, ребята, реально, пилы это самое читерское оружие, потому что они тоже помогают пилить соперников. Ну что ж, получается у меня сегодня первое место. У вас, пацаны, второе общее место. Делите вы пополам. И получается, я сегодня победитель. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой комментарий. Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поддержите его лайкусиком, мне будет невероятно приятно. А также напомню, не забудьте написать в комментариях название для моего красного жесткого бигфута. Обязательно поставлю вам сердечко. Ну а с вами сегодня был Джел, Флейзин, Топлекс. Ссылки на пацаны будут как всегда в описании. Не забудьте переходить и подписываться на них тоже. Всем удачи, ребят, всем пока-два. Всем пока, народ. Пока, друзья.